Добрый день, 1044 сборка, игровой системный блок. На базе Ryzen 3200, 4-ядерный процессор, частотой от 3.1 до 3.4 ГГц. Охлаждает наш процессор кулер Aerocool Core Plus с RGB подсветкой. Материнская плата у нас Gigabyte B450M S2H. 8-пиновая колодка цепи питания, радиатор на ключах. В перспективе чипсет позволит поставить даже 4-е поколение процессоров AMD Ryzen. SSD-накопитель у нас 240 Gigabyte VD Green в формате M.2, интерфейс SATA. Видеокарта у нас GeForce GTX 1050 Ti на 4 гигабайта DDR5 фирмы MC, 2 вентилятора, версия Dual. Блок питания у нас 500 ватт Aerocool X+. Корпус у нас Zalman NF, 4 вентилятора. Спереди 3, один сзади, с RGB подсветкой. Подсветка регулируется отдельной кнопкой. Также у контроллера есть регулировка оборота вентилятора. Три вентилятора спереди и сзади. Можно регулировать с помощью кнопки. Также есть кнопка переключения подсветки и отключения подсветки. Есть разъемы USB 2.0, USB 3.0. Сбоку у нас будет прозрачная стенка из оргстекла. Такой интересный новый корпус. Мы раньше в таких еще не собирали. Корпус большой. Сверху аж 3 вентилятора на 120 мм есть возможность поставить. Такой вот недорогой игровой системный блок. Память, кстати, у нас на 16 гигабайт фирмы Corsair с профилем XMP на 3 гигагерца. На этой плате прекрасно эта память завелась с такой частотой. Память дешевая, пожизненная у нее гарантия. Есть возможность поставить такую же, вторую будет 32 гигабайта. Вот такая вот платформа для будущего апгрейда, на которой сейчас прекрасно можно в игрушки поиграть.